Всем здравствуйте. Обещанный обзор, который обещал. То есть в комментариях вы отозвались, то, что хотите видеть обзоры готовых бритв. И, пожалуйста, я думаю, что это будет не зря, потому что результат показывает на то, какая получилась заточка в результате. Вот это волосы жены. Проверяю на них. Полирнул оправу, но особо блеска не добавилось. Ну, все же. Заточку смотрим. Затачивал от обушка. Почему от обушка? То есть для клина это ненормально, так как ширина сразу же увеличивается вот этой полоски. И... как вам объяснить? Ну, о, звучит, пропустил. Ширина заточки увеличивается, но зато вы имеете возможность ее поправить, подзаточить, не как, без всяких прокладок. Просто от обушка, как обычную бритву. Хотя я очень сильно рисковал тем, что у меня ничего не выйдет. Вот так вот. Да, клепки, обратите внимание, как обещал, полированные. Вторая, поуже, клепки полированные. Это та, которая с заужением заточки у середины. Ну, еще раз повторюсь, что это не влияет никак на бритье, на заточку никак. Волосы рубит хорошо. Вот оно заужение. То есть специальный проволочек, и все хорошо, отлично. Вот. Но для такого клина, вот, то есть для такой ширины, эти вот 4 мм, это вообще ни о чем. Если бы я производил полноценные бритвы, прям вот прям полноценные, то есть там было бы раз в 25 больше работы с ними, времени больше, настолько же больше бы инструменты перевел тут всего-всего. И в итоге они не получились бы вообще далеко, были бы от бюджетных, но были бы максимально правильные, с максимально ровной заточкой и максимально удобные, то есть, ну, тяжеленькие такие были бы. Вот. Поэтому старался не особо с этими бритвами. Они просто рассчитаны вот именно под бюджеты. Не более того. То есть я за них там гордиться, там отвечать. То есть я не могу, потому что сейчас горячими руками холодный металл. Испарина сразу появляется. Вот такая вот заточка вышла. Он опять заусенец оставляю на пятки. Ну, я всегда вам оставляю немного забот. Чтобы примешку шваркнули. А не вот сразу бриться. Хороший я человек. А вот здесь я вот начитался что-то, как бы новшества такие в интернете посмотрел. Как заточить по-другому. И вот вышла у меня такая вот широченная такая вот заточка. Как на старом бачере. Вот. Ну, я опять же говорю, не переживаю. Хотя я, в принципе, вот на эту рассчитывал. А теперь уже больше вот на эту рассчитываю, если ее не заберут. Хотя она рубит по всей длине прям отлично. То останется для меня. А может, кому подарю. У меня есть кому подарить. Вот так вот. Ну, вот для такой ширины 4 мм это вообще просто... это вообще просто край-край прям вот. И для такой ширины это прям вот край. Я вообще удивляюсь, как здесь такая заточка вышла. Вот такая для такой толщины и такой ширины настолько все-таки, в принципе, узкая. Я вообще удивлен даже, если честно. Ну, опять же, повторюсь, что я не особо упирался в эти бритвы. Потому что они бюджетные, мне совершенно невыгодные, совершенно неинтересные. Поэтому делал просто, чтобы было. Дальше что буду делать, я сам не знаю, но, в принципе, так склоняюсь опять к клину.
опять к 75%, но уже с обушками. Допустим, вот для такой бритвы там обушок должен быть в районе 6 миллиметров с такой вот шириной. А с такой вот шириной он должен быть в районе 7 миллиметров. Чтобы геометрия совпадала, вот эта толщина обушка и ширина лезвия. И там уже буду, конечно, долго все это выводить в идеально тонкую, точную подводку. Вот. В итоге, в общем, получится, конечно, не дешевые бритвы, но они будут такие уже для ценителей, то есть, как говорится, для искушенных. Вот подумаю, да, сделать опять такой же клин, только уже с правильным обушком. Ну что ж, надеюсь, я все сказал. Кажется, все рассказал. Ну да, пожалуй, все. Так что встречайте на сайте. Сегодня я обязательно постараюсь их вывесить. А там уже посмотрим, кому надо, кому не надо. То есть, может, тот что-то себе выберет. Вот. Но то, что бритвами можно 100%, это да. То, что они будут работать и свою работу выполнять, так и есть. Но, то есть, чтобы мне вот гордиться ими, тут уже не получится. Даже я это знал с самого начала, когда просто взял вот заготовки в руки. Вот, гордиться мне не получится. Но, как рабочий инструмент, это да. Все, до свидания. Добра всем.